Здравствуйте. Представляю вашему вниманию модель телефона Donut D906. Это кнопочный сенсорный моноблок. Данным телефоном можно управлять как с помощью кнопок, так и с помощью сенсорного дисплея. То есть вы можете прикасаться к нему как пальцем, так и работать с ним стилусом. Достаточно удобный, очень чувствительный экран. В данном телефоне имеется аналоговое ТВ. Вот она у нас есть, кнопка для него, для быстрого вызова аналогового ТВ. Мы сейчас это все рассмотрим. Так же, как у любого смартфона Nokia, есть кнопочка интернета. То есть в данных телефонах есть интернет, ВАП, GPRS. Данный телефон поддерживает две активные сим-карты, которые одновременно находятся в сети. На передней панели мы видим достаточно крупные, очень мягенькие клавиши для набора номера, для набора SMS, MMS и также серфинга в интернете. Подсветка на клавишах достаточно яркая, то есть в ночное время, в темное время, то есть все видно, цифры и буквы видно больше, чем достаточно. Также на передней панели мы имеем дисплей размером 2,8 дюйма, достаточно большой дисплей, потому что так как он сенсорный, чтобы удобно было печатать SMS, например, на сенсорном дисплее, для его сделали достаточно большим. Телефон выполнен из очень прочного качественного металла. Спереди у нас он полностью идет металлический, ну и пластиковые клавиши стоят. По бокам идет вставка пластика, и сзади мы видим матовую металлическую крышку из достаточно толстого металла и также графитового цвета верхнюю окантовку телефона. Также спереди мы имеем слуховой динамик. Внизу у нас располагаются клавиши, то есть не клавиши, а разъемы. Это разъем мини-USB для наушников и для подключения данного телефона к компьютеру, для синхронизации с компьютером. Также идет разъем у нас стандартный нокиевский для зарядки. Вот так мы включили, у нас отображается, что зарядка присоединена. И также разговорный микрофон. Также сзади находится у нас два мощнейших, очень громких динамика. Камера 1,3 мегапикселя снимает, кстати, достаточно хорошо. Я сейчас это продемонстрирую. Ну и вот такая вот интересная крышечка. То есть телефон выполнен очень аккуратно, стильно, солидно, достаточно тяжелый. Чувствуется не только то, что он сделан из металла, а то, что он выполнен достаточно качественно. Все комплектующие данных телефонов очень качественные, высокого качества, благодаря тому, что это официальная фирма, то есть это уже не копия на какие-либо телефоны, это официальная фирма Donut. Фирма очень достойная. Так, в данном телефоне имеется вот кнопочка ТВ для просмотра аналогового телевидения. То есть вы можете смотреть аналоговое телевидение, свои любимые каналы, не подключаясь к интернету. То есть вы просто достаете вот такую антенку сзади нашего телефончика. Мы сейчас навряд ли что-то поймаем, потому что стены у нас достаточно толстые, но мы попробуем что-нибудь поймать.
Ну, вот, кто-то пытается наш телефон поймать. Скажут, что наша хата с краю. Ну, здесь, к сожалению, достаточно толстые стены, и там, где сигнал приема достаточно хороший, телефон ловит полностью цветное аналоговое ТВ. То есть это не какой-либо черно-белый канал будет, а полностью цветное ТВ. Это такие каналы ловят, как Интер, 1+1, РТВ, ну и некоторые другие, Луганова. То есть, ну вот, то есть, чтобы вам не было скучно где-либо в дороге, вы можете просто включить аналоговое ТВ и просматривать его без проблем. Также впереди у нас есть кнопочка, как во всех стандартных смартфонах Nokia. Это кнопочка интернета. У нас просто сейчас пишет, что нет у нас сим-карт. Данный телефон поддерживает две активные сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Так, что у нас есть в меню? В меню у нас есть телефонная книга, установки, развлечения и игры. Поддерживает также Java игры. Службы, такие как... Ага, службы — это у нас и есть интернет. То есть сейчас он не поддерживается, так как нет сим-карт. Также данный телефон имеет стандартный смс. Менюшка всего данного телефона полностью цветная. Приятно радует глаз. Вот она у нас есть, камера. Давайте. Ага, вот есть у нас мобильное телевидение, камера, просмотр изображений, видеоплеер, видеомикрофон, видеомагнитофон, точнее, радио FM, которое можно прослушивать также без наушников. То есть вы можете прослушивать радио, не включая наушников, через встроенной динамики. И устройство звукозаписи — это есть диктофон. Вот смотрите, как снимает камера. Камера снимает достаточно достойно. То есть, ну, на телефонах до нот камера очень хорошая. То есть она 1,3 мегапикселя, но снимает полноценно как 2 мегапикселя. Данным телефоном вы можете снимать как фото, так и видео. Получается, оно будет порядка 2 мегапикселей. Также есть у нас профили пользователя, дополнительные, это такие как будильник, как калькулятор, аудиоплеер, MP3-плеер. Вот так вот у нас выглядит достойно. MP3-плеер тоже достаточно хороший. Органайзер, это фонарь, календарь, задачи и Bluetooth. Также есть здесь Bluetooth-поддержка, управление файлами, то есть установленный файловый менеджер и список вызовов. Сейчас я покажу. В данном телефончике, как и в предыдущих моделях, есть встроенный фонарик, достаточно яркий. Вот так вот он светит. Я сейчас выключу свет. То есть данным фонариком можно подсвечивать не только замочные скважины, как на дешевых копиях телефонов, а он достаточно четко подойдет для подсветки улицы в ночное время, для подсветки асфальта. Вам не нужно будет присматриваться, фонарик очень-очень яркий. Так, давайте мы посмотрим, что находится у нас в самом телефоне. Динамики в данных телефонах просто кошмарно громкие. Крышечка у нас вот выполнена из такого толстого металла. Под крышечкой у нас располагается стандартная батарея Nokia BL5C. Также сюда подойдет батарея BL4C, то есть стандартные комплектующие от телефонов Nokia, оригинальных телефонов Nokia. Сюда все подходят. Поэтому если у вас произошло что-то с батареей, либо зарядным устройством, вы всегда можете купить от оригинала, и все комплектующие есть, в отличие как на дешевой модели. То есть на кустарный Китай комплектующие на них не выпускаются, они идут нестандартные. На данные телефоны все комплектующие идут стандартные, как и от оригинала. Вот смотрите, мы видим батареи BL5C и BL4C, она тоже сюда полностью подходит. То есть все эти комплектующие будут найти без проблем. Под батареей у нас находятся два слота под карты памяти, каждый объемом до 8 гигабайт, то есть свободный этот телефон поддерживает 16 гигабайт, две карты по 8. И также два слота у нас под сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Ну и также под крышечкой у нас находится серийный номер или имей данного телефона. Вот. Это была модель телефона Danot D906.